Мир разделен на условности и разграблен ассоциациями. Как в этом упорядоченном хаосе на полном серьезе живым остаться? Вверх глядя, видеть не высоту полета или атмосферы плотность, а лишь небо чистую робость. Прикасаться не к грязной шерсти, бешенству или драке, а бродячую гладить собаку. Но когда все помечено, где напиться, а где разуться, станет спасением убийство или безумство. Синий цвет не такой уж синий и вообще отдает красным. Ну, и как при таком раскладе не вытечь и не угаснуть, передать 100 приветов, отобрав у полиции рацию, дважды в неделю с закатом в любви признаться. Миг растягивать вечностью, улетать за 1000 верст, рисковать, упиваться любовью и жить среди звезд. Без ума, без анализа, без печали о том, что увидеть мог кто-то случайно, беспощадную с органами правопорядка схватку или горячие поцелуи с дворнягой на стройплощадке. Вот так просто жить, быть собой и эмоции побеждать рассудок. Из нас зависим, и по-своему каждый безумен. Спасибо.